Торгово-промышленной палате Туркменистана в рамках государственного визита президента Республики Корея в Туркменистан прошел Туркменно-корейский бизнес-форум. Здесь президент Республики Корея Юн Сок Ёля тепло приветствовал национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Мастахатай Гурбангулы Бердмухамедов. До начала форума герой Аркадак и глава дружественного государства вместе осмотрели выставку, позволяющую получить наглядное представление об экономических достижениях Туркменистана и Республики Корея. Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, и Hyundai имеет большой опыт в газовом транспорте. Мы видим большой потенциал для сотрудничества в этой сфере и готовы предложить свои технологии и решения для развития газовой инфраструктуры Туркменистана. В частности, мы заинтересованы в участии в проектах по развитию газовой инфраструктуры, поставке автобусов и автомобилей. Как отмечалось на форуме, взаимодействие двух стран по линии бизнес-сообществ получило новый импульс для развития, в том числе на многосторонней основе, в частности, на платформе «Центральная Азия – Республика Корея». В этой связи был сделан акцент на том, что в ноябре 2023 года в Ашхабаде в рамках 16-го министерского заседания форума сотрудничества в данном формате состоялось 4-е заседание делового совета и бизнес-форум молодых предпринимателей Центральной Азии Республика Корея. Я с большим интересом следил за ходом туркменно-корейского бизнес-форума и могу сказать, что это событие стало знаменательным для развития сотрудничества между нашими странами. Форум продемонстрировал высокий уровень взаимодействия между бизнес-сообществами Туркменистана и Республики Корея. Обсуждение перспективных направлений партнерства происходило в конструктивной и деловой атмосфере. Я особенно рад, что в рамках форума были подписаны ряд двусторонних соглашений. Эти документы станут основой для реализации совместных проектов в различных сферах. Стороны подчеркнули, что имеются все условия и возможности для того, чтобы вывести традиционное партнерство на качественно новый уровень. Участие в этом форуме – это уникальная возможность для торгов промышленной палаты города Пусан внести свой вклад в укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Я уверен, что форум станет плодотворной платформой для налаживания новых деловых контактов, реализации совместных проектов и вывода нашего партнерства на качественно новый уровень. Предметом обсуждения на форуме стали возможности развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. По итогам форума были подписаны ряд двусторонних соглашений.